Акт 3. Нож в темноте. Операция «Грозный фронт». Тибетская приграничная зона. Ну что ж, приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем мы Снайпер 2. Воин-призрак. Давай, инструктаж будет? Или опять два слова? Я знаю, что у вас зуб на Андерсона, генерал. Но управление вне вашей юрисдикции, поэтому разрешения я не спрашиваю. Ради успеха операции я на время отодвину личные чувства в сторону. У нас очень мало времени, так что пропустим всякую ерунду. Согласен. Меринов снова в деле. Эта фотография сделана 24 часа назад на частном аэродроме Кашмира. Он отправился на север. Туда прибудет вот этот человек, Абдель Ахмед Хасан. Хасан именно тот покупатель, который нужен Меринову. Верит в конец света, состоятелен, одержим биологическим оружием. Сделка будет проходить в спорной приграничной зоне. Местность там такая, что обычный штурм исключен. Вы с Андерсоном должны высадиться до начала штурма, подтвердить присутствие основных целей и контейнера, а после начала заварушки прикрывать парней из Дельты. Не буду вам напоминать, что здесь на кону, агент. Я выпущу вашего человека, но предупреждаю, если облажаетесь, назад можете не возвращаться. Если я облажаюсь, мне уже не вернуться назад. Дурачок, чок-чок. Мужичок, чок-чок. На вид ничего. Слышал, у них здесь даже кабельные есть. Только магазин на диване. Серьезно? Не хочешь сменить обстановку? Зависит от того, что ты можешь предложить. Как насчет того, чтобы еще раз взглянуть в лицо Меринова? Через прицел. Меринов снова пытается реализовать биоагент. Сделка пройдет в Непале, совсем рядом с индийской границей. Покупатель – лидер фундаменталистов из штата Кашмир. Организация считает, что этот фанатик собирается распылить биоагент над спорными территориями между Индией и Пакистаном. Это развяжет войну. А Меринов сколотит состояние, поставляя оружие обеим сторонам. Сукин сын. Уиллер будет не в восторге от того, что ты здесь. Согласен, но это его не касается. Послушай, Андерсон. Мы оба знаем, что за мной должок. Если ты отправишься под пули в очередную дыру, он станет еще больше. Я позвонил кое-кому в Вашингтоне. Дело официально заморожено. Это наш последний шанс прихлопнуть Меринова. После этой сделки он навсегда уйдет на дно. Значит, пора навестить нашего старого друга. Ну что ж, надо еще подготовиться. Пристрелять. Привести себя в форму. В деревне множество целей. Нас 5. 10. Многовато. Ясно, что Меринов не собирается в этот раз рисковать. А еще он не хочет получить пулю в лоб, но от него это не зависит, это неминуемо. Сначала главное. Нужно получить достоверные данные о местонахождении патогена. Меринов наверняка будет там. Малая видимость сыграет нам на руку. Идем. Давайте постараемся. Сегодня же все и закончится. Вот он решил за всех. Ну давай. Ладно, выдвигаемся. Ты чего? А мы откуда пришли-то? А, и вот почему. Впереди множество целей. Не факт, что в этот раз получится проскользнуть мимо. Сразу думаешь о засаде. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Ну зачем? Так. Патрон только забрал. Так. Объект уничтожен. Ну-ка дай-ка я посмотрю хоть. О! Блин, пулемет. Вот пулемет это плохо. Вот этих бы двоим выстрелом. Ой, одним выстрелом. Максимум аптечек, ладно. А что ты хочешь отсюда всех переубивать? Тогда надо отслеживать их. Ну-ка вот так вот. А где второй?
Подожди. Подожди. Еще. Вот это на расстоянии. Ты вообще что стоишь? Рейзер 32. Авиаразведка зафиксировала боевую активность в вашем районе. Доложите обстановку. Прием. А что обстановка? Казалось, заперти униформу. У нас не было выбора, кроме как сунуть палку в осиное гнездо. Задание выполняется. Что-то не понял. Ты покуда спустился? Случилось, когда в прошлый раз все пошло наперекосяк. Я не собираюсь рисковать. Меринов снова нас опережает. А, надо было вот так вот все сделать. Униформ, в эфире сплошные помехи, я ничего не слышу. Понятно. Конец связи. Я не так сделал. Давай посмотрим. Чего они там разглядывали? Мне самому интересно. Это документы читали. Так. Какая-то майя, что ли, тут живут. Давай. Вот, кстати, третья часть, она прикольная. Там больше функций и возможностей. Я с этого места разведаю окрестности, а ты жми вперед. Жми вперед. Не видно ж ни хрена. Не понимаю тебя. Коу, впереди несколько часовых одиночек, и они хорошо закопались. Так что не дай им застать тебя врасплох. Ждем. Вот еще. Которого не видно. Ты давай, гаси их. Блин. На. На. Ну и последний. Бам. Отличная работа. Ну я знал. Хвали меня, хвали. Ты же мне, падла, не помогаешь. Вообще, зачем ты со мной пошел? Хоть бы, блин. 12 часов машины. Уходи влево к зданию. Успел. Избегай противников во дворе. Избегай. Они высадились? Или что? Ну, вон высадились. Сколько? Двое вышло? Трое? Так вообще где? Куда ты делся? Они за мной идут или что? Не совсем понимаю их замысел. Ну ладно, пойдем. Не будем трогать их, пусть живут. Он прочесывает район. Спрячься в тени. Оставайся на чеку, пока не улетит. Да. Без проблем. Чё ты видишь, что меня нету? Все чисто, идем.
Такие постройки. Как Лара Крофт, прямо-таки. Еще раз. Вертолет. Так почему, блин, ты мимо тамажешь? Ты чё, завалил, неужели? Сам. Какая прелесть. Хоть что-то сам сделал. Давай. Беги, беги. Встретиться с Диазом. Завершено. Снайперы заняли позиции в башнях. Нужно разобраться с ними, а затем идти дальше. Понял тебя. Сейчас, подожди. Координаты. Снайпер в правой башне, первый этаж. До цели 450 метров. Ой, да ради бога. Сейчас мы его... Тюк. Бля. Я не понял. Убей. Нас засекли, начинаем. Да подожди ты. Ни хрена себе. Это кто такой меткий? Вон он. На. Попал. Должен попасть. Готов. У нас все? Кажется, да. Двигаемся дальше. Блин, аптечку использовал. Не хотелось бы. Хотелось бы восполнить ее на всякий случай. Главное, в того попал, он еще сразу не понял. Прожектор на мосту, 12 часов, избегай его света. Погоди немного. Это наш шанс, давай, спрячься за стеной. Не шевелись, мы слишком близко. Не спускай глаз прожектора ни на минуту. Давай, как скажешь, бежать, так и побежим. За мной. Давай. Ни хрена ты рванул-то. За мной. Тут топаемся как слоны. Через этот тоннель. Якобы нас не слышно, не видно. Я хочу послушать. Так, используется оборудование исключительно для донесений. А я слышу, что он трус. Поведу с ним агрессивные переговоры. Черт, и так. Вложение. Здание с антенной — это именно то, что нам нужно. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Конечно. Ну я-то сделал. А ты-то ни хрена не сделал. Это я, красавчик. Двое парней наверху. Они рядом, так что убей сразу двоих. Сразу двоих. Но если не получается сразу двоих. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Взяли пистолет. Нет. Не работает здесь. Андерсон, давай за мной. Фонари не бьются. Китайские свечки не задуваются. У нас куча доступных целей в этом квадрате. По моему сигналу. Подожди, подожди. Цель у входа справа.
Я отдышусь. Снайпер в птичьем гнезде подставился. Сними его. Черт, вот вам и маскировка. Нас засекли, начинаем. Я не понял, нас же... Блин, вымер, а ты, блин, вот знал же, что они сзади идут, я думал, что под на тебя понадеялся. Куда? Андерсон, давай за мной. Я даже не знаю, стоит ли ты, потому что дебил так-то. У нас куча доступных целей в этом квадрате. По моему сигналу. Первая цель у входа справа. Так, минутку. Снайпер в птичьем гнезде подставился. Сними его. Это какой-то бедуин. Черт, вот вам и маскировка. Нас засекли, начинаем. Кто? Второй. Ни хрена ты. Точно не станет. Как говорится, да начнутся игры. Судя по тому, что на табло мы уже вышли вперед. Красавчик. Вот. Хоть один, блин, не беспонтовый бот. Но действительно какой-то там. Как будто с игроком сыграл. Выскочил раз на раз. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Перезарядись. Я уже вижу вдалеке станцию связи. Мы близко. Впереди две цели. Я слева, ты справа. Ты в кого там еще-то стреляешь? Достреливаешь кого-то там, стену. Нужно будет допросить оператора. Какая тактика? Хороший, плохой полицейский. Давай лучше по-старому. Двое парней с пушками. Должно сработать. Должно сработать. Конечно, сработает. Орел-1, говорит центр. Доложить обстановку по секторам. Говорит Орел-1. Сектор 3 чист. Пока ничего необычного. Орел-1, мы не можем связаться с постом Альфа. Можете отправить кого-нибудь на проверку? Слушай внимательно. От того, как ты сейчас себя поведешь, будет зависеть твоя жизнь. Понял меня? Пошел к черту, американский свинья! Ты уже мертвец! Как грубо. Засунь его. В каком месте будет заключаться сделка? Ствол в задницу. Я не знаю. Ну, как хочешь. Стой, не стреляй. Я лишь знаю, что попасть туда можно только на лодке. Опять не договаривайся. Пожалуйста, я больше ничего не знаю. Клянусь, своими детьми клянусь. Диас, отправляйся искать лодку, а я буду резать его на кусочки, пока не заговорит. Идет, только заткни ему пасть, чтобы не орал. Ладно, ладно. Много мне и платят. Жизнь дороже. Вам нужен заброшенный монастырь. Туда можно добраться по реке, только сначала придется пройти через пещеры. Это все, что я знаю, клянусь. Ну вот и молодец. А теперь спокойной ночи. Ну тебе повезло. Это просто мое великодушие сейчас сыграло тебе. Ну что ж, так, всего убито врагов 25. Всего двойных выстрелов. Ну ладно. Чего уж тут, медальки наши. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Ну, увидимся в следующем видео. Пока.